Христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. И вновь, дорогие братья и сестры, приветствую вас радостным, пасхальным, жизнеутверждающим приветствием, идущим из глубины веков, времен апостольских. Христос воскресе! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Царь Сына и Святого Духа. Аминь. Христос воскрес! Христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ и сущим во гробях живот даровав. Сегодня величайший православный праздник. Пасха. Воскресение Господне. Не буду говорить долго, просто предлагаю посмотреть, как в кафедральном соборе во имя Святой Живоначальной Троицы прошло пасхальное богослужение. Thank you.
Аще, кто благочестиво, боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества. Аще, кто рад благоразумный, да вниет радость, радость Господа своего. Аще, кто потрудился, постяся, да воспримет ныне динарий. Аще, кто от первого часа делал есть, да примет несть праведный долг. Аще, кто по третьем часе приди, благодаря да празднов. Аще, кто по шестом часе достиже, ничто же да сумнится, ибо ничем же отмечается. Аще, кто лишился девятого часа, да приступит, ничто же сумнясь, ничто же боясь. Аще, кто точи достижет и едино на десяти часа, да не устрашится замедление, любочестив Бог сы и Владыка, приемлет последнего, якоже первого, упокоевает едино десятый час пришедшего, якоже делавши от первого часа, и последнего милует, и первому угождает. И он нам отдает, и сему дарствует, и дела приемлет, и намерение целует. Воскресе Христос и подоша демонов. Воскресе Христос и радуются ангели. Воскресе Христос и жизнь жительствует. Воскресе Христос и мертвый не один во гробе. Христос свой восстал от мертвых, начаток умерших быть. Тому слава и держава во веки веков. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос, истинный Бог наш, молитвен причисти Своей Матери всех святых, помилует и спасет нас, и ко благ, и человека любит. Христос воскресе! Воистину воскресе! Yeah, I'm going.
Радостным, пасхальным, жизнеутверждающим приветствием, идущим из глубины веков, от времен апостольских. Христос воскресе! Радуйтесь радостям воскресшим Христе в своей семье. Делитесь с тем, кому трудно, утешьте печальных, посетите одиноких, больных в эти светлые дни, светлые седмицы. Почаще бывайте к нам по милости Божией. Нам стало известно, что на гроб Господень, как это принято по традиции, сошел благодатный огонь, и мы его милости Божией даст Господь в светлый вторник здесь, в Кафедральном соборе, будем встречать. Храни вас Господь, Матерь Божия, на всех тебя жизни нашей. Христос воскрес! Соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как раз и выбросить ее вон на попрение людям. На попрание? На попрание. А что это? О чем речь? Что за соль земли? Почему Господь так называет людей? Вот в нашей жизни соль имеет большое значение? В вашей жизни? Вот пищу вы солите? Да, конечно. Вот, потом консервируете? Мы не можем представить, да, без соли консервацию. Потом, соль в организме, это обмен веществ. Клетки, да? Если будет недостаток соли, человек умрет, погибнет, да? Вот. А Христос называет солью земли учеников своих. А в общем понимании вообще любого крещенного, любого христианина. То есть мы должны в нашем мире быть солью для этого мира. То есть хранить этот мир от зла и, наоборот, посоливать, придавать смысл жизни. Как это делать? Когда мы живем, исполняем заповеди Господни. Вот такой смысл притчи. Как вам кажется, если бы у кого-то было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах? И не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то... Истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Призри, Господи Иисусе Христе, Боже наш, набрашь на мясо и святия, яко же осветилась явна, Его же тебе приведи верный Авраам, и Агнца, Его же тебе Авелю всеплодие принеси, подобнее тельца упитанного. Заяц и лисица готовы. Христос воскресе! Заяц и лисица готовы. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ и сущим во гробах живот даровал. Христос воскресе! Братья и сестры!